В новом детском саду на 170 мест в жилом квартале «Одинград» разместят 9 групповых многофункциональных помещений, залы для занятий музыкой, физкультурой и медицинский пункт, отвечающий самым современным стандартам. Проект трехэтажного здания отмечен Союзом архитекторов России. Сад необычной формы. Сад получил премию в 2018 году. Как вы видите, у него круглый радиусный фасад. Не так много подрядчиков можно найти, которые могут выполнить фасад радиусной формы. Плюс у нас увеличенное остекление. Общая готовность дошкольного учреждения составляет 40%. Уже завершены монолитные работы, кладка стен, сделана кровля. Сейчас обустраивают внутренние инженерные системы. Начинают отделку фасада и к концу апреля перейдут к остеклению здания. Окончание строительства намечено на третий квартал текущего года, а первые малыши в него пойдут уже в начале 2024-го. Также для детей предусмотрена большая благоустроенная территория. У нас просто обычно, чем отличается само собой экспертиза от коммерческой, мы делаем с запасами земельный участок. И не только веранды, но и спортивные маленькие объекты, и площадки, у нас там оранжереи где-то помещаются. В рамках проекта «Единой России. Новая школа» осмотрели еще один важный объект для жителей Одинцова – дошкольное учреждение на 400 воспитанников в Трехгорке. Пока в густонаселенном микрорайоне мест хватает не всем, и жители ждут окончания строительства детского сада с нетерпением. Очень рада, что строят новый детский садик, потому что детей в нашем районе очень много, и мест действительно не хватает. Все стоят в очереди, кто-то не успевает даже пройти в садик, уже идет в школу. Поэтому садик необходим. В рамках инспекции глава округа пообщался с жителями и выслушал их замечания. Ведь масштабное строительство подчас вносит определенный дискомфорт для горожан. В том числе наблюдается грязь рядом со стройплощадкой и закрыт проход по тротуару. Жители прекрасно наблюдают, как ведутся работы, и не понимают, когда они закончатся, потому что неделями там, кроме разрытого котлована, ничего нет. Глава округа поручил в кратчайшие сроки решить данную проблему, а также скорректировать график уборки территории. Нужно будет договориться с жителями, убрать машину, мы тогда произведем смет и пылесосом всю грязь и пыль отсюда уберем, строительную. А потом будем поддерживать просто регулярной мойкой. В остальном строительные работы идут по графику. Готовность объекта составляет 38%. Скоро здесь проведут и комплексное благоустройство, установят систему «Безопасный регион», освещение. Планируется, что уже этой осенью садик откроет двери для своих воспитанников. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».